Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ролик из серии «Один день из национальной команды». Сегодня буду показывать, как живет и тренируется национальная команда. На данный момент времени сейчас 4 июня, понедельник. Сегодня две тренировки. Сейчас 8:30 утра, 8:45 построение. Небольшое мы собираемся в холле гостиницы. Я немножко вышел пораньше, потому что мне надо было записать вступление, начало видео. Вот, так что смотрите, как мы живем, чем мы занимаемся. Сейчас сниму завтрак, обед, ужин, две тренировки. Где тренируемся, как тренируемся, в каком городе. Смотрите, надеюсь, будет интересно. Доброе утро, все в сборе. Идем вот так. Сборная сейчас обновилась, молодой состав. В основном все новые люди. Идем на завтрак. Кафе, где мы кушаем, называется «Лилия». Но судя по тому, что мы всегда кушаем в столовых, кафешка – это разнообразие в городе и совсем другое меню. Все, завтрак подошел к концу. Я уже в гостинице, и мало кто пускает святая святых. Это в жилище. Я хочу вам показать, как живет член национальной команды. Скромно, но достаточно удобно. Вот такие длинные коридоры. И вот она комната. Она небольшая. Все, что нужно. Туалет, душ. Вот. Это комната небольшая. Вот смотрите, вентилятор и невероятный телевизор. Но я не смотрю, у меня ноутбук. Я ютубер, смотрю только ютуб. Письменный столик, вот мы тетрадки работаю с учениками, веду их планы. И вот сколько нужно витамин и всего-всего профессиональному спортсмену, чтобы чувствовать себя хорошо. Письма от подписчиков. Ну и вот где я отдыхаю, мое лежбище. Все очень скромно. Стул, холодильничек, стул. И все. И красивая штучка на стене. Ну вот, 10 утра, выхожу на тренировку. Живем мы в гостинице «Беларусь». До зала метров 400-500. Вот. Зал обычный, это обычная спортшкола белорусская. Почему мы здесь на сборах? В принципе, мы все время сидим в спортивном комплексе «Стайки». И это, можно сказать, лес. Вот, а иногда хочется разнообразия, и у нас есть возможность, потому что наш тренер с этого города, есть возможность приезжать сюда. Мы сюда приезжаем несколько раз в год, чтобы сменить обстановку, и получается, ну, как-то развеяться, пообщаться с обычными людьми, жителями нашей страны. По дороге на тренировку можно идти через крутой парк. Город очень молодой. По-моему, через несколько дней, 9 или 8 числа, городу исполняется всего лишь 60 лет. Это нефтяная столица нашей страны. Здесь завод «Нафтан», где что-то делают с нефтью. Вот здесь очень известное вот училище, это общежитие. От училища, наверное, или как называют, не помню. По-моему, «Бастилия» называется. Это здание, оно такое квадратно-кирпичное и с очень большими стенами. Оттого и прозвали ее «Бастилия». Вот этот величественный зал, где воспиталась уйма великолепных спортсменов. Небольшой стадион футбольный, но очень хорошего качества. И легкая атлетическая штука там какая-то еще. Вы только посмотрите, этот город сколько легендарных людей воспитал. Вот Виктор Евгеньевич Шевшуков, главный тренер национальной команды. Это тренерский состав. Александр Онищенко, Сергей Лавренов, бронзовый призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Геннадий Махвиения, мастер спорта международного класса. Сергей Лагун, мой друг, погиб.
призер взрослого чемпионата мира, Геннадий Олещук, бронзовый призер Олимпийских игр, Вадим Девятовский, по-моему, тоже бронзовый призер Олимпийских игр по метанию молота, Игорь Остапкович, заслуженный мастер спорта. Вот это наша раздевалка, где мы раздеваемся, переодеваемся, отдыхаем. И, как говорится, не без музыкального подтекста наша страна. Мы играем на пианино. Опа, есть! Музыкант высшей категории. Вот зал, в котором мы работаем. Петя Саенок, участник Олимпийских игр. Вадим Стрельцов второе место занял на Олимпийских играх. Это горилла, который махает, я его не знаю. Обычный зал обычной спортшколы. По-моему, даже неплохо. Виктор Евгеньевич Шуршуков, главный тренер национальной команды. Массажист и Олег Евгеньевич Лобан, молодой тренер нашей команды. Наконец-то эти руки добрались и до меня. Надо мои камни размять. Лучше массажа в наше время ничего нету. А тяжелой атлетики. А пиво? Нет. Никакого алкоголя в нашей подготовке. Старый я уже, какое мне пиво? Тяжелой атлетики без алкоголя. Эта система нам не подходит. За ушами тоже. За ушницы. А, товарищ старший тренер, у вас есть таблетка? Локти подвертин, жопа не болин и что там еще? Все, хватит. Чем больше тренируешься, тем лучше. Да. Может, тебе здесь можно открывать? Нет, и завтра ребят ужин, все, мне тоже. Да, все, найдем, будет официально. Красиво. Поэтому, наверное.
Есть еще ягода в ягодицах и порох в пороховнице. После слова «какой-то» Аяна вообще не происходит. По правилам русского языка. По правилам русского языка, да. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Мне сегодня разминка, просто мне не хватает одних приседаний. Мне не хватает, я не забиваюсь. Ну что, дорогие друзья, тренировка первая подошла к концу. Я сегодня сделал рывок с виса. Немножко плечи забиты после швунг-жима и рывка в среду. Не чувствовал штангу. Я думаю, вы поняли, почему сегодня так достаточно ужасное было движение. Не чувствовал плечей. Сделал тягу с виса, потому что надо, как говорится, закачивать ягодицы, чтобы был мощный подрыв и чтобы рывок возвращать. И сделал приседания на плечах небольшие, получается, для того, чтобы размять ноги. И вечером нас ждет очень мощная тренировка. Надеемся, мы ее выдержим. Не будем загадывать сразу. Вот и все. Первая тренировка закончилась. Надо сделать пресс.
Выше давай. Все, наконец-то я добрался до обеда, сейчас будем кушать. Сейчас я вам покажу, чем питается, чем обедает национальная команда, если не забывать. Ну вот, пришел на вторую тренировку. После обеда немножко дреманул. Усталость сумасшедшая, не знаю, что сейчас буду делать. Но надо опять порвать, сегодня рывковый день. Попробую, может быть, сплинтов порвать, что получится. Поехали. Ё-моё, молодец. Когда ты выступаешь, как раз попробовал, а сейчас уже порвал. А ты нет такого 100% чувства. Но... Я хочу диск. А диски? Мне два диска надо. Я
пойду. Это вы просто со мной пытаетесь срубаться. Не рубайтесь со мной, никто не выйдет. Никто ж проходки не делал. Я запутал. Ой, я ж не делал. Я тяжело срубался сразу, подтолкал и все, блядь. Мне как будто, блядь, ничего не было. Ну вот и все, дорогие друзья, вторая тренировка подошла к концу. Рывковый день окончательно завершен. Осталось только, как говорится, поужинать, принять душ холодный, потому что погода жаркая нынче, и лечь отдыхать. В принципе, вот такие вот у нас будни, так мы проводим, как говорится, так говорится. Все думают, что сборники, особенно в нашем виде, получают эти деньги, ничего не делают, а на самом деле безостановочно браться. Как говорится, не останавливая рук, не поглотая ног. Или наоборот. Сейчас я вам покажу, чем мы заканчиваем день по поводу питания. И на сегодня все. Желаю вам удачи, дай Бог вам здоровья и счастья. Подписывайтесь на канал, дальше все будет интереснее и интереснее. Ставьте лайки, делитесь видео, которое вам нравится, или этим, или каким-нибудь другим. Во всех социальных сетях, как вам угодно. Давайте раскручивать канал. Кстати, забыл сказать, кто смотрит до конца, тот узнает больше всего. 9 числа, в субботу, уже у нас состоится соревнование, где я буду принимать участие. Не знаю, насколько буду я готов, потому что на данный этап времени идет очень мощный набор, короче, очень большой объем. Буду выступать как получится. Не буду ни капельки объема избавлять, буду работать как работаю. Короче, не буду подводиться. Что касается дальнейшего, 12 числа этого же месяца приезжает ко мне товарищ Клоков Дмитрий. Мы будем снимать рывкачи. Ура, товарищи, как говорится. И до нас добралась эта легендарная серия фильмов про легендарных людей. Я очень рад тому. Так что следите за моим инстаграмом, за моим YouTube-каналом. Я буду все время вылаживать самое интересное. Так что дай Бог вам здоровья, счастья. Следите, получайте удовольствие. Получайте интересную вам информацию, задавайте вопросы, получайте ответы. Дай Бог вам здоровья, счастья и удачи. До свидания.